Партнер проекта – магазин строительных материалов «Южный двор». Любой инвентарь для вашего сада. Ну, больше с интернета, наверное. Между делом получается. То есть я в телефон там заходишь посмотреть там вызовы, еще что-то в контакт, и параллельно можешь куда-нибудь на сайт заглянуть. В основном мы смотрим, конечно, телевизор. Телевизор, он как бы на фоне всегда. Когда есть какие-то дела дома, телевизор всегда включен на фоне, и идут какие-то передачи, слушаешь. А что касается анонса, что произошло, что случилось, какие-то такие вещи, их, конечно, лучше смотреть по телевизору. Просто, чтобы быть в курсе всех дел. А вечером, расслабляясь, смотрю телевизор. Картинка, качество, все, телевизор, чистота. Спутниковое телевидение, удобно. Что хочешь, то и смотришь, всякие программы. Интернет у меня, ребенок сидит, всегда занят. Телевидение, как правило, отображает информацию, которую нас хочет донести государство. В интернете информация более независима, больше источников. Надо и там черпать информацию. Нельзя однобоко получить. Интернет, наверное, потому что проще, я включил. Прочитал. Если вспомните, например, телевидение моего детства, когда все было розовое, пушистое и красивое, и мы все там пятилетки были и так далее. И сейчас, когда, значит, один криминал и негатив, я вообще стараюсь меньше телевизор включать. Через интернет, те, которые мне интересны. Смотришь, например, статью, новости, например, какие-то там вот происшествия происходят, да, там кто-то кого-то там обидел. Раз там еще параллельные другие источники смотришь. Можно все это удостовериться. Я узнаю от друзей всякие истории. Они рассказывают про различные новости, о том, что творится. Преимущество в том, что можно с ними обсудить прошедшие события. Больше в газете, потому что там более развернуто. Все описано и показано, как бы. Понимаете, вот газету ее можно лечь, там посидеть, почитать, да? В интернете же они там от экрана все равно и глаза устают. Радио слушаем больше всего во время работы. То, что я сижу и слушаю новости там, как приятно и полезно. Через интернет, через телефон, через приложение, потому что она всегда с тобой, берешь с собой, выходит сообщение, смотришь. Ну, заинтересовало, прочитал. По телевидению я смотрю рекламу. И ребенок, и маленький тоже очень рекламу любит смотреть, потому что там как бы как-то звук, что ли, меняется, громче все становится, и это обращает на себя внимание. Постоянно телевизор включен дома, то есть с утра до вечера он работает. Раз что-то яркое сработало, обратил внимание на это, заинтересовало, съездил, купил. Если я еду в машине, слушаю, все равно я не вижу, что происходит. Читаю в газете, я вижу картинку, она неодушевленная. А на телевизоре, то есть все движется, все, ну, поняли. То есть я могу и на слух, и по глазам все воспринимать. Телевидение. Удобнее, раз, допустим, утром проснулся, включил его, вот все свежие новости.